Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Shadow Fight 2 Special Edition История Сенсея. Так, вы помните, я купил шлем. Надо будет его, естественно, протестить. Что он из себя представляет. И давай зайдем с тобой, наверное. Так, а у нас денег все равно нету, поэтому нам надо с тобой идти, естественно, драться. Зарабатывать бабло, зарабатывать гемы и так далее. Испытание сложно. Угу, турнир. Сложно, все сложно. Но зато достигни стиля Брутал. А я разве не достигал этого стиля? Ну ладно, 15 гемов, я думаю, нам не помешает. В этом бою у противника повышена защита. Достигни стиля Брутал, чтобы победить. Попробуй использовать различные удары. Сенсей, я же вроде бы делал. Ага, мы против ниндзя, кстати, он с такими же топориками, как и я. Будет весело, будет забавно. Буду и отгребать, походу, делал я. Но... мы, как говорится, не пальцем деланные, поэтому отпорчик-то, надеюсь, дадим. Подожди, подожди, а у меня Саи. Мне, понимаешь ли, тут... блин, уйди, уйди от меня. А, ну тут же Брутал надо сделать, точно, ребята. Броски тут бесполезны. Хотя, почему бесполезны? Все получается, давай. Ать. Нет, 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 не надо. Топоры, я помню, что могут сделать топорики. Нанести довольно хороший критический урон. Сам лично тестил. Не надо. Захотел тут мне, понимаешь. Давай. Опа. Пробил. Так, тихо. Слушай, можно, конечно, попробовать его сейчас. У меня, кстати, любимый удар был вот именно нижний. Когда мы вот так вот по ногам бьем. А я тебе говорил, что будет больно, если попадет. Так, Брутал, да, значит, стиль. Не тут-то... блин. На, попал все-таки по нему. Так, парень, тихо. Не надо. Не кипишуй. Полежи и отдохни. Так, подсечки нам надо. Да ядрить тебя на корень. Что ты делаешь-то? Не надо. Я не успел. Я хотел подкат сделать, на самом деле. Не надо в этот раз. Ага. А может, в другой раз как-нибудь? Ты смотри, что творит, а. На-ка! Пробивной сделал ему. Слушай, угомонись, я тебе сказал, а? Ниндзя. Подловил я его все-таки. На! Так, попробуем подсечку. Да, повторивший дядя Хрюша, да? А если... зачем я так сделал? Зачем мы так с тобой делаем, а? Объясни мне. Тут всего лишь один поединок. Нужно выиграть. И будет нам с тобой счастье. Ах, увернулся. Я проиграл по времени, ё-моё, нам не хватило, ну чуть-чуть, ну буквально, ну как же так, ну Рэй, ну господи, ну не мог что ли там немножко там пукануть чуть-чуть, да, я понял, понял, сенсей. Ну, поверь мне, если бы не время, блин, короче, меньше будем крутиться, вертеться, будем сейчас просто его атаковать бесщадно. Чтобы проиграть по времени, это, по-моему, уже перебор. Я думаю, ты со мной согласишься. Так, начнем, сразу же выпендрёшь, поехали. Так, укольчик получил. И еще укольчик. Погнали, буду его просто сейчас затыкивать. Не, 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 парень, не надо вот так вот выкрутасы свои делать. Ага. Блокирует, гаденыш. Конечно, ага. Захотел чего? Давай. Есть, вот сейчас было очень хорошо. Попробуем по ногам, не вышло. Так, тихо. Ну. Вот сейчас было смачно. Прям вот крутенько. Я выиграл, друзья мои. Непонятно почему. А, я, видимо, достиг Брутала. Ну, я его там хорошо притянул. Я думаю, что ты сам согласишься, да? Просто не давал ему никаких шансов. Так, испытание сложно. Дуэль пока закрыта. Здесь это все понятно. Старые раны у нас выполнены. Я все хочу у отшельника отобрать вот эти сабли его. Но ты прекрасно видел, что у меня ничего не получается. Он меня колбасит. И рысь этот тоже принимает мой вызов. Причем я ее прошел. А она все равно принимает вызов. Ладно, мы с тобой, наверное, здесь немножко у мясника потусуемся. Я думаю, что пойдем на турнир, сбегаем с тобой, да? Уровень сложный, деньги нам не помешают. И у нас тут карманник. Ага, карманник, значит. Воришка мелкий, да? С двумя стилетами. А у меня-то топорики. Ой, сейчас будет весело. У меня еще и шлем новый. Надеюсь, он... хороший. Опачки, карманник, как тебе? Ой-ой-ой-ой-ой, бедняжка ты. На! Друзья мои, просто перфектум. По-другому не скажешь. Он ничего не стал сделать.
Слушай, я в этом шлеме как шут гороховый. Но, ать, ты смотри, что делает. Не-не-не, я понял, парень. Ядрить на корень, это просто имба какая-то. Я его раскурочил, даже не применяя никаких заклинаний. 11 тысяч мы с тобой получили финансов, голды. Уже начинается уровень сложности безумная. Так, у мясника до сих пор еще невозможно. То есть мы туда суваться не будем. Давай попробуем на испытание сложное. В этом бою ты проиграешь, если противник собьет тебя с ног. Опачки. А здесь у нас гадалка. Как говорится, и к бабке не ходи. Блин, она меня может сбить с ног. Но я, честно говоря, уже давно не помню, чтобы я валялся на земле. В основном противники у меня лежат. Но нончаки, тут, знаешь, с ними не поспоришь. Поехали, попробуем сейчас. Ой, ой. Друзья мои, вы поняли, да? Я получил люлей, сразу же упал и сдулся. Слушай, будет сложно. Будет сложно. Может быть, даже нам придется с тобой поменять оружие. Но это не точно. Ах ты гадалка. Блин, а как же мне быть-то с ней, а? Так, она, значит, своими... Ну, чеками, ага, сразу начинает. Понял. Да иди ты, блин! На подсечках ты меня, что ли, будешь теперь ловить? Слушай, ну это сложно. Это сложно, я тебе серьезно говорю. Может быть, мне постоянно... Да ну, на подсечках тоже далеко не уедешь. Если я буду ее постоянно ловить на подсечке. А вот она меня будет ловить. Это у нее, ребята... Как тебе сказать, ты даже не знаю. Запрограммировано, чтобы я... Так, попробуем. Есть! Вот так-то вот. Хлобуда, будешь тут еще на меня врыпаться. Да, друзья мои, прошел, и слава богу. Блин, эти, конечно, испытания так сложно. Что на этот раз? В этом бою ты не можешь использовать двойные удары. В плане двойные удары, сенсей, можно как-то поподробнее? Счастливчик. Против нас двойные удары. То есть только одиночные, что ли, получается? Или как? Сейчас проверим. Ой, вот эти вот дубинки тоже мне не нравятся, ребята, если честно. Да иди ты. Понял, ребята, у нас нет с собой комбо ударов. Мы просто будем вот так вот. Оп, бум. И вот так вот, все. На, блин, он выкрутился. Так, еще разок. Воу, 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 воу. Да иди ты. Так, тихо. Аккуратно, аккуратно, аккуратно. Рэй, аккуратно, говорю. Видишь, что он делает? Ох. Да, без двойных от... Добил. Без двойных атак, конечно. Ребят, короче, у нас нету связки. Мы просто с вами бомбим одиночным ударом, и все. Есть заклинашка у нас. Так, попробуем. Опа. О, ничего себе, ты... Да, друзья мои, да. Раскурочил он меня. Ты смотри-ка, а. Причем на изи. Слушай, может быть, пока отдохнем от него и сходим с тобой. Блин, ну тут невозможно. Нам чуть-чуть надо, всего лишь чуть-чуть, чтобы поднять уровень. Безумно. Давай попробуем на безумке сыграть. Ох ты, это кто такой? Изгнанник. Блин, тоже с топорами с такими? Или он с одним топором? Изгнанник в шрамах весь. Чувак, видимо, да. Опа, такие же топорики, друзья. Ух, я ему сейчас хорошо-то увернулся, да? Так, попал. Попробуем пробить. Это было рискованно. А вот сейчас хорошо ты прыгнул, парень. По-дружески так сказать. Не надо. Промахнулся. Хе-хе. Ну. Ай-яй-яй-яй-яй. Вот это. Угу. Тихо, тихо, пригнись. Пригнулся, блин. Так, давай попробуем. Ёп, простоте. Да успок... Блин, почему у меня все время он делает двойную атаку? Есть. Со спины я его подловил. Да, я знаю, ребята, вы говорите, там, делай вертикальные удары и тому подобное. Ребят, ну когда вот здесь такая вот суматоха, суетоха. Ну, понимаешь, да? А как ты? Да иди ты, блин. Вот будет сюрики свои бросать, а? Сейчас на сюрикенах меня на одних, да, порвет. Пфф. Это что за трэш? Да какой ты тугодум, как ты долго думаешь, блин, со своим замахом, а? Блин, ну, я сейчас, я не знаю, что сейчас я с ним сделаю. Ты будешь бомбить нормально, блин. Подловить-то ты можешь? Конечно, может он подловить. Ой, смех на палке, блин.
Понятно все, короче, здесь. Да потерял. А мне-то от этого ни холодно, ни жарко, что он потерял свои топоры. Бум. Вот тебе, ребята, и изгнанник. Слушай, топоры, что-то я в них немножко разочарован. У нас с тобой есть деньги, да? Есть, давай мы, наверное, немножечко с тобой, ну, прокачаем что-нибудь. В конце концов, топоры у меня прокачаны по полной программе. Вот с тобой, наверное, мы улучшим костюмчик. Мне сказали мои подписчики дорогие, что надо прокачивать в первую очередь броню. Ну, я так и сделал. Давай посмотрим, поможет ли мне это. Сложно. Я его все равно, я его забомблю, друзья мои. Этот изгнанник свое получит рано или поздно. Желательно, конечно, чтобы он получил раньше. Но все равно у них какое-то преимущество идет передо мной. Ну, так, ага. Есть. На, блин. Вот оно, пошла мясорубка, друзья мои. Совсем, совсем другое дело. Так, пока он бедный в шоке, надо, ребят, использовать этот момент. Может, по ногам ему? Ай! Вот это я сейчас глупость, конечно, сделал. Так, уходим. Ой-ой-ой, подрезал меня. Получил свое? Как ты, гаденыш, прикрываешься, а? Заклинанием. Отлично. Смотри, все-то он знает, все-то он... Опа! Подловился, ребята. Хотел он меня ногами накумарить, но, видишь, попался на мои топорики. И это очень классно. Мы получим, интересно, с тобой уровень сейчас или нет? Неплохо, ты получил новый уровень, 16-й. Твои умения возросли. Спасибо тебе, сенсей. Давай мы посмотрим. Значит так, у нас пробивающие шлемы. При нанесении удара в голову 20% шанс получить плюс 39% урона ко всем своим ударам в голову на 5 секунд. 60% шанс выдержать критический удар без падения на землю, отразив 50% урона. То есть мы с тобой можем не упасть. Хм. 60%. Выучим, наверное, его. Отлично, друзья мои. Ну что, теперь нам доступны новые шмотки, но у нас с голдой все очень плохо. Очень плохо. Блин, а за 16... Оу, крючья. Когти, точнее, да? Слушай, когти, это, конечно, хорошо. Так, а по броне что у нас? Опа-на. Слушай, солидная бронька. Солидная бронька, и она стоит гемы. Сюрикены тут доступны. Оу, энергетический шар. Хм. У нас с тобой был вот этот, да? Давай я, наверное, куплю. А, это электрический у нас получается, да? И шлем. Шлем тоже надо будет нам с тобой приобрести. Вот этот вот шлем с полумесяцем. Но для этого, как ты понимаешь, нам нужно заработать. Нормально, поехали. Раз нормально, будем с тобой... Ага, задира. Что-то задира зачастил тут к нам. Ну, сейчас мы его накумарим, немножко срубим с тобой бабла. Может быть, купим себе шлем. Хотя шлем у меня вроде бы и так хороший, да? Ой! Ты чё, парниша? Ты успеваешь же еще, а? Зачем я раскрылся? А нет, ребят, все нормально. Я думал, что я раскрылся. На, ах ты! Да засерят, что ты? Так, сейчас будет бомбить, нет? Ничего, он бомбить не стал. Ох, хорошечно как. Так, ребята, подсечки, понятно. Ай-яй-яй. Так, сюрики, естественно, будет бросать. Это как и в третьей части. Как только вражина очень далеко, он начинает бросать свои сюрикены. Блин, все-таки... Угу, все, песенка спета. Ха-ха. Главное не раскрываться. Когда делают вот эти вот связочки, главное стоять. Пускай лучше он пробивает тебе блок, чем пробьет тебе грудину. Опа! Ничего себе ты, парень! Раздухарился-то, я смотрю, не на шуточку. На-ка, полежи маленько. Так, давай еще. Все, слушай, ну этот магический удар мне нравится. Он великолепен просто-напросто. Может быть, потому что противник был слишком ватный, но... Ой, безумно пошло. Хе-хе, ребят, пошло безумно. Слушай, ну телохранитель нормально. Кстати, 27 гемов можем заработать. Это у нас бык. Мясник, наша путеводная звезда во мраке. Он вырастил меня, научил всему, что знает сам. Я обязан ему всем. Бык, во-первых, не быкуй, это раз. А во-вторых, ты будешь обязан теперь мне, если выживешь. Твои палочки тебе не помогут. Это я тебе обещаю.
Ну, ребят, опять же, не стоит недооценивать бычару. Палки-то у него будь здоров, и я знаю, на что они способны. Но тут он, конечно, немножко лопухнулся. Чё? Подходишь, да? А если так? Ать, хотел ему... Хотел по ногам, если честно, ему бомбануть. Ах ты! Ну, шлепок ты мелкий. Саданул? Нет, он все-таки подсечку сделал мне быстрее. Ой-ой-ой-ой, вот нельзя, ребята. Да чтоб тебя, блин, подлавлит меня. На! Готов... Нет, не готов. Все. Фух, подловил. Так, у меня энергия накопилась, поэтому будем сейчас с тобой пытаться, наверное, его прожурить. Ну, вначале откатимся. Откатимся и... Ну зачем ты, Рэй? Ну как ты... А он не дурак. Он не дурак, он постоял, ребята. На! На-на-на! Получи, заколбашу! Ядрени фени! О, вот это хорошо, что ты стал прыгать, парень. Ты же в курсе, да? Кто я такой? Тебя учил этот, а меня учил сам сенсей, ё-моё. Как тут надо вас рвать. Щеглов, 20 тысяч мне, кстати, дали, неплохо, да? Не понимаю, почему никто не пришел мне на помощь? Неужели мясник просто использовал меня? Нет, я отказываюсь в это верить. Хе-хе-хе-хе. Придется, парнишка, придется поверить. Он тебя просто подставил, как пушечное мясо. Смотри, у нас, кстати, испытание с... Так, без двойных ударов. Да-да-да, я, кстати, помню. Счастливчик, да, который улыбается вечно. Ну, придется ему, наверное, ухмылочку-то в другую сторону немножко сделать. Испортить, так сказать, ему настроение. Чтобы его удача покинула раз и навсегда. Блин, забыл совсем, у нас нет двойных атак. Блин, как... Как же... Просто нелепо смотрится, друзья мои, ну-ка. Ай, не успел. Попробуем так сделать. Я трик тебе на корень. На! Блин, если он так будет прикрываться, я не смогу, друзья мои, пробить. Воу-воу-воу! Пошло, поехало, да? Да ты посмотри, что творит! На! Эх, сейчас бы, как хорошо бы, а если бы попал бы. Блин, да... Нет! Ну дай удар-то нанести. Кто кого? Я его. Фух. Грит. Брутал. Я тебе устрою. Так, у меня энергия накопилась. Ребята, сейчас попробуем вжарить ему. Откатимся. Попробуем. На! Ядрить, как его прожурило. Да хорош уже своими сюриками. Достал. И стоим, главное. Лыбимся. На! Так, добивочный. Да ну хорош, что он мне еще пинка дал под сраку. Все, ребята, ему крышка. Я же говорил, счастливчик будет повержен. Так оно и получилось. Да. Отлично, отлично. Так, у нас дальше идет нормально. И что на этот раз? В этом бою ты не можешь блокировать удары противника. И проиграешь, если выйдешь в красную зону. То есть теперь я еще без блоков и плюс красная зона. Лучше не придумаешь против карманника, тем более, да, этого шустрого чувака со стилетами. Тут как-то надо, ребят, я не знаю. Оп, тихо, главное не выйти за зону. Нет, 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 нет. Откати... Нафига ты откатился, вот объясни мне, нафига ты покатился, как колбаска. Уходим нафиг, уходим отсюда, ребят. Не хочу я нафиг возле этой зоны как раз находиться. А он сейчас будет специально, да? Нет? Так, я опять покатился! Не, ребят, что-то какая-то фигня получается у нас здесь. Естественно, переигрываем. Уровень сложности нормальный. Да я понял, сенсей, хватит меня уже тут дрючить по полной программе. С карманником я разберусь сам, не лезь в мои дела. По ногам, может быть, его бомбить? Попробуем по ногам. Я же сказал, по ногам! Он вообще будет по ногам у меня бить? Ну, хотя бы так. Хотя бы так. Он специально, кстати, хочет, чтобы я... Специально, что ли, так делаешь, а? Чтобы я зашел, да? Нет, уходим, уходим, ребята, из этой зоны. Подожди, а у меня что? А-а-а, все, я понял. Как я ему... Не надо заходить в зону! Тьфу ты! Ой... Твою же налево. Блин, как он, ребята, машет своими этими ударами. На! Так, пускай бомбит.
уходим. Ну! 1-1. Жалко, у меня... Ты видел, как магия бомбит? Она еще не прокачана, я ведь ее могу прокачать. Так, поехали, наверное, с тобой. Вот так вот будем начинать. Не надо меня туда, пожалуйста, в зону эту бросать. Я знаю, к чему он хочет, ребят. К чему он стремится. Да ты посмотри, что творит, а. Уходим, уходим, друзья мои. Заклинание готово, поехали. Ты сейчас было специально сделано, да? Фух. Попробуем. Есть, не уходи. Нормуль, друзья мои. Все-таки я его прижучил, хоть и промахнулся своим супер-пупер ударом магическим. Но, тем не менее, я его заколбасил. И дальше идет невозможно. Слушай, тут 17 уровень не за горами. А мы с вами так бежим. 54 тысячи я уже накопил. А мне в любом случае придется, да, скорее всего, тратиться. Безумно. Но тут невозможно, и тут невозможно. На безумке я, наверное, еще смогу, наверное, что-нибудь сделать. Ага, чертовка. Ну ладно, давай посмотрим, чьи, как говорится, тисаки будут сильнее. Твои или мои? Так, давай-ка, наверное, начнем с подножки. Начал, блин. У меня такое ощущение, что у меня, ребята, отказали двойные удары почему-то. Нет, родная моя. Давай как-нибудь в другой раз. Ой-ой-ой, как я ее сейчас... Кромсанул-то. Ай-яй-яй. Как-то, ребята, хорошо и красиво выглядит все. Она шустрая такая, смотри, а? Ну прям не могу, какая шустрая. Промахнулся. Давай! Нет. Попалась, да? И добили. Прям, знаешь, как будто как молотом по чайнику. Представляешь, враг лежит. Ты разбегаешься просто молотом. Ну ладно, молотом, тут топором. Тесаком таким. По чайнику-то. Упс. Ну как тебе понравилось? Ой. Ну все, 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 радость моя, все. Нет, ну она, конечно же, мстит. И она правильно делает. Она злится. Она злится очень сильно. Она меня сейчас еще и забомбит. Или нет? Может, может. Попробуем. Нет, не пробили, да? Попробуем так. Я полоснул ей. Она начала вертушку делать. Я ей по спине так тисачком. Хоп, вдоль хребта. Видишь? Безумство храбрых мне дожидали. Потому что вот, насколько я прям вот вдоль позвоночника топором прошел. У меня же прям этот, позвоночник оголился. Шкура там треснула по швам. Я даже видел в тени. Куда меня несет? Не знаю, ребята. В общем, пошло у нас все невозможно. Это говорит о чем? О том, что мне нужно идти, наверное, на отшельника. Фиг, я его завалю, этого отшельника. Погоди, а что я переживаю? У нас же еще можно прокачкой заняться. Еще можно... Да, у нас, кстати, вместо топоров есть когти. У них сколько атака? Здесь 360. На прокачке будет 367, а на когтях сразу 367. Поэтому я, наверное, приобрету их и качну. 385 это максимум, что я могу выжать из этих когтей. Конечно, я бы хотел бы вот такие вот себе сабли восточные. Кстати, в Shadow Fight... А, я же могу... А, у меня уровня, все, я что-то... Уже в таком ажиотаже, что... Блин, вот этот шлем прикольный, да? Что он там нам делает? А, урона. Можно его прокачать, кстати. Прокачать, и он будет у нас 365. А этот сразу 365 дает, да? Но этот без бонусов, а этот с бонусами. Поэтому я, наверное, сейчас... Подожди-ка. Оружие-то мы с тобой прокачали, все. Броник. Блин, этот броник мне недоступен. Этот броник мне недоступен, поэтому я буду пока на старом. Могу прокачать. Вот тут самое интересное, что... Ну давай, 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 фиксим, давай. А, я купил! А был у меня вот этот, да? Я купил сейчас. Ладно, тогда прокачиваем. 379 и 367. Улучшение 2. Ну сейчас, наверное, будет у нас с тобой на режимке уже не безумно, а попроще, наверное. Давай-ка глянем с тобой. Тут сложно, и тут сложно. Дуэли закрыты, выживалка есть. На мяснике до сих пор невозможно. Ну что, пойдем с тобой на сложно. Посмотрим, кто у нас тут. О, кнут. И кнут, и пряник. Но пряников я ему не дам, а... Сейчас протестим когти. Насколько они хороши, опять привыкать к ним? Угу. Так, он сейчас меня тут будет заколебывать, да? Ага, попрыгунчик, стрекоза. Захотел чего, но...
Ну слушай, ай, забыл, что у него посох. Хорош, хорош парень. Чем-то они меня напоминают. А что они мне напоминают? Не знаю даже, что они мне напоминают. Ну, что-то напоминает. Ой. Так, пора... Да ну, хорошо, ребят, по ногам попал. Я думал, промахнусь. Все-таки он там начал брыкаться, ножки свои задрал. И получил. Ну, я не знаю, как-то к топорам, мне кажется, было более-менее привычнее мне. Хотя урон все-таки мы наносим получше. Да чтоб тебя! Давай уворачивайся. Понятно. Да блин, ты будешь без комбо-атаки сегодня бомбить или нет? Давай, бросочек. Нормуль. Так, попробуем подсечку. Че там, кто? В этой суматохе не поймешь, кто кого бомбит. Ну хорош. Так, началось, да? Уложил. Уложил я его, парни. Поэтому кнут я ему обещал, а вот пряников я ему не дам. И мы с тобой еще 15 штукарей зарабатываем. Дальше идет невозможное. Здесь сложно. В этом бою в каждом раунде у тебя будет 145 секунд, чтобы победить. Или ты проиграешь, если будешь слишком долго стоять на земле. 45 секунд для того, чтобы победить. Еще при этом, блин, я не должен стоять на земле. Вы серьезно, что ли, сейчас? Эй! Друзья, ну хорош. Что за задания такие? 45 секунд на все про все, блин. Так, и на земле нельзя стоять, насколько я помню, да? Так, надо постоянно будет прыгать. Оу, смотри, как я ее там прижучил в уголочке. Ну, ладно, раунд выиграли мы с тобой. Поехали, попробуем так же. Получится, интересно. Ну что-то получается. Ага, я надеюсь, это читается, что я как будто не был на земле. Так, прыгаем, прыгаем. Ну блин, я же хотел. Ну сколько там секунд дают мне? 5 что ли? 5 секунд и все, и будь здоров. Иди не кашляй. Магия, если накопится, я бомбану ребята магией. Прыгаем. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, прыгаем, 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 Рэй. Прыгаем, потому что эти броски очень много времени отнимают. Да, прыгай ты. Ух, ядрить тебе на корень. Ну-ка. Понятно, короче, сфейлился, да? Зашибись. Зашибись. Начало такое было задористое, забавное. И все так вылилось в какую-то ерунду. Так правильно, я не должен стоять на земле. Плюс еще 45 секунд у меня, блин, по таймингу. Ну и как? Если бы было бы какая-нибудь шкала, чтобы хотя бы, ну... Воу. Давай удар, есть. Тут, вот тут вообще просто на изи разобрал. Понимаешь, там вдали вон монахи даже стоят и смотрят, как мы на побережье этого рисового поля деремся. Поехали. Ты будешь, блин. Какой, блин. Надеюсь, это считается, что, ну. Да, комбо, конечно, тут оригинальная, ребята. Против этой комбо, если он зажмет где-нибудь там в уголочке тебя втихаря, то ты уже не вырвешься, поверь мне. Тут уже все, пш, труба дела. Чуть-чуть мне хватает. Слушай, давай попробуем именно этими когтями. Так, турниры, все это у нас выполнено. Ночного режима здесь нету, как и подземелий. Давай рискну я все-таки на рысь. Ну, я чувствую, ребят, отгребу сейчас по полной программе у этой рыси. Ладно, еще первую стадию я пройду, но там вторая и третья. Это его невидимость, короче, и бомбочки постоянные. Это будет сложно. Вот сейчас хорошо, согласись, вот. Начинается, да? Тихо, тихо, тихо. Он когда начинает вот комбу делать. Давай! Эх, что он сейчас там будет делать? Ничего. Погнали. Да, очень-очень размашисто он машет. Полежи. Но опять же повторю, ребят, первое еще. Как тебе сказать? На. Давай, попробуем. И все в блоке это поставил, ты представляешь? Кто кого? Ну! Рысь ничего не может пока сделать. Погнали. Не-не-не-не-не-не, не надо, не надо, не надо, не надо. Выходит из-под контроля, да? Фух!
Но это первая стадия, опять же повторю, это все пока легко и просто. Сейчас будет невидимость, будут бомбы, будут... Трындец, что будет. Так, у меня есть магия. Посмотрим, сколько магии еще тут отнимает здоровье у него. Проверим. Слабо. Че он там юлит? Пошел, понятно. Ох, хорошо. Как сейчас ему? Пробуем. Блин, бомбу. Ну, понятно. Сейчас начнется, да? Рискую. В блоке простоял, ты посмотри. И... Давай, добей. Да ты издеваешься, что ли, сейчас? Как он это сделал, блин, урод, блин. Чмошка, блин. Как ты это сделал, объясни. Кусок ты говна, блин. Как ты, объясни мне, это сделал, блин. Как ты умудрился просто, я не понимаю этого. Чушка ты этакая. На тебе, блин. Форшмак. Так, четвертый раунд, ребята, не раскисаем, блин. Погнали. Ну, естественно. Что? Начинается вы... Ну, вот этого, ну... Ну, как тут, блин, ну, чё, вот... В невидимости, он что там, блин, ё-моё, блин... Я не знаю, как даже сказать-то это... Летает там, блин, или что он делает? Ну как он это может сделать? Ну объясни мне, пожалуйста, а? Да какого ж... То есть он... Он сзади меня, что ли? Или где он? Понятно, все, ребят, меня накрыли. Кусок говна, блин. Что ты думаешь, я отстану от тебя, что ли? Нет, даже не думай об этом. Когти, блин. Короче, мне кажется, когда будет третья стадия, мне кажется, надо все время возле него находиться. Опа, бросок он сделал. Слушай, парень, а... Хорош. Начинается, да? Да иди ты в пень, вонючий, а? Гоблин, блин. Меня бомбит просто, ребят, я уже не могу. У меня никаких терпений не хватает на этого говнюка. Да, иди ты. Да как ты это делаешь, а? Мразота. Стоит, я даже по нему попасть не могу. Просто... Ну... Да иди ты в пень. Пригибается еще там что-то. Ну давай подловим тебя хоть как-нибудь-то. Просто стоит в блоке и все. Рубануть ты его сможешь в конце концов? Удар там всего, все, отлично, 1-1. Ну это пока он обычный, ребята. Там он будет в инвизе, я не знаю, как ему там бомбить вообще. Когда ты не видишь противника, ну какой с тебя боец, да? О, бомбочка, понеслась. А он уже невидимкой стал. Да ты смотри, ну как он так может делать? Ну как? Он стоит, фиг знает где стоял, блин, и... Чепушило. Давай попробуем подловить его на заклинашку. Подловили. Подловили, ё-моё. Каждый сюрик, что у тебя? Да как ты, блин, ты делаешь это? Я не понимаю, ребята, я не понимаю вот этого вот, блин. Уходит в инвиз, хрен знает где, понимаете, и все время получаю звездюлей от него. Пошел он нафиг. Не буду я с ним пока драться. Кусок немытого, я не знаю, чего там. Фух. Твою же налево, блин, а? Старые раны, оса. Победи мясника, легко сказать. Блин, надо уровень получить. Короче, пойдем с тобой на невозможно. Кто у нас тут? Ворон, с такими же крючьями, как и у меня. Блин, как меня бомбит, а?
От этого шлема вообще хоть какой-нибудь бонус будет идти или нет? Саданул, да? Очень сейчас, кстати, хорошо саданул. Чё? Чё происходит? Чё? Это что было? Друзья мои, что это было? Понял я все, ребят. Я понял, тут вопрос исчерпан. А можно мне узнать, как мне уровень получить? Кстати, 27 тысяч у нас. Может быть, нам прокачаться с тобой хоть маленечко? Я не знаю, что творится. Там трэш. Давай, улучшайся, конечно. Что спрашивает, будешь ты улучшаться или нет? Буду. Вот так вот. Все, да? Больше у нас с тобой денег ни на что не хватает. Поехали. Так, безумно. Ага, безумно. Было невозможно, стало безумно. Ну что, друзья мои, на безумно пойдем попробуем сейчас с этим вороном сразиться. Я офигею, как я тут отгребаю по полной программе, а? Ну безумно это тоже, ребята, не говорит о том, что будет все на изи. Естественно, сразу же с комбо-атаки начинаем. Ага, вот, ощутил на себе, ребята, прелесть вот этой комбы. Зачем я раскрылся, вот скажи мне. И здесь я сам виноват, я раскрылся в тот момент, когда он делал свою комбу. Но я, честно говоря, не думал, что он так сделает. Попробуем по ногам ему сейчас. Да иди ты. Попробуем. А как он делает вот этот вот удар, подхват? Или как его назвать, я даже не знаю. Видимо, он как бы подтягивает когтями к себе. Тихо, тихо, тихо. Да чтоб тебя, да как ты делаешь это все, а? Ой, он мне еще и оружие выбил. Погнали. Хе-хе-хе-хе-хе. Иди нафиг. Да ну. Я не могу, ребят, зажучить даже. Сейчас. Блин, понятно. Ну-ка попробуем. Сам виноват. Здесь ничего не могу сказать. Сам виноват, раскрылся. Безумно. Мне нужно всего лишь чуть-чуть, чтобы получить уровень. А здесь у нас что? В этом бою у противника повышена защита. Достигни стиля агрессив, чтобы победить. Агрессив? То есть агрессивным я должен быть против изверга? А как это сделать? Это надо его бомбить, бомбить, бомбить до потери пульса, что ли, получается? Или как? Попробую, конечно, что-нибудь сделать. Пока даже брутала нету. Ну, так если он будет прикрываться вот так вот, как я ему тут? Ну. Так, понял. Получил. Офигенная комбинация. Да и со своими когтями коротышечными. Слушай, я не знаю, как тут агрессив я могу получить. Тут даже брутала не пахло, понимаешь? Так и буду прыгать, ребята, с ворона на еще что-нибудь. Сейчас попробуем после вот этого боя сходить на отшельника. Если получится, конечно. Мне кажется, вряд ли тут что получится. Я не понимаю, блин, у меня не получается вот эти вот удары ионные, которые он там делает. Как он делает вот этот вот когтями двойной удар? Я не понимаю. У меня он не срабатывает, друзья. На шлеме тоже не срабатывают вот эти вот супер удары, которые должны, по идее, как бы, ну, работать. Ну давай ты вставай же. Пора ему влепить. И звездочку. Ай, блин, и звездочку. Начинается, да?
Ну подходи, давай, что ты там жульничаешь, дергаешься. Молодец. Хвалю. Вот у меня почему-то не попадает. А он, блин, попадает, причем довольно легко и быстро. Попробуем. Давай так. Оу, потерял когти, это хорошо, ребят. Это уже большой плюс для меня. Но радоваться пока еще рано. Поехали. Есть, саданул я его все-таки. Блин, ну это он потерял когти. Это как бы мне повезло. Но у меня накопилась энергия. Сейчас попробуем откатиться. Шлепнуть его маленечко. Ну-ка. Не пригнулся. Да что же это? Фух. А тебе не кажется, что это... Что это перебор, парень? Раздавил он меня. Офигеть, ты видел, сколько я отнял у него? Магическим ударом, да? Там кот наплакал. И сколько он мне звезданул. Жесть какая-то. Что за ворон? Что за... Чепушило. Тут еще все-таки, ребят, как ни крути, я вот заметил, отзывчивость именно по ударам идет не сразу же. То есть ты понимаешь, да, о чем я? То есть ты хочешь сделать нормальный удар, а в этот момент он идет с какой-то, ну, задержкой, что ли. Как это назвать, даже не знаю. Ну, иди сюда, подходи. Смотри, что творит, а. Ну вот как вот ты делаешь это, а? Хорош. Вот видишь, сейчас я хотел вот ударить. Он почему-то делал обычный удар. Ну, закромсал. Я хотел сделать ему апперкот. Ну, как бы апперкот с когтями. А он делал прямой удар. Почему так происходит? Ну, как бы, ну, на самом деле, несправедливо, я считаю. Ну, вот что-то он сейчас делает, а? Ай-яй-яй-яй-яй, какая-то сраная, вонючая, замызганная звездочка отнимает у меня столько здоровья. Зашибись. Просто зашибись. Взял, бомбанул свою магию, а. Так, закромсать его надо. Чё ты делаешь, а? Поехали. Отходим. Сейчас попробую магию бомбануть. Ну-ну-ну, конечно. Потерял когти, ребята. Это наш шанс. Ну, он же подлетел. Господи, ну удар там ему. Ну, естественно. Давай еще бомбани меня здесь. Ну, ты издеваешься, что ли, сейчас? Ну, серьезно. Сколько я боев сделал, чтобы этого говнюка наказать, а? Уровень дадут мне, в конце концов, или нет? Неплохо, ты получил новый уровень, 17-й. Спасибо тебе большое, сенсей. Что мне стоило для того, чтобы получить? Ух ты. Бросок прогибом. Вперед и удар. Что-то я не помню, чтобы какие-то были броски прогибом. Ну ладно, я изучил. Так, достижение. Ой, у нас тут еще 7 гемов завалялось. Так, ну что, друзья мои, 17 уровень, ух ты, Роза. И я, любимая жена мясника, и я не позволю тебе притронуться к священному образу моего господина. Не бойся меня, котик. Ну, хочешь, я дам тебе свою катану, если ты выиграешь? Вы, мужчины, так любите блестящие игрушки. Ага, катана. Хорошо, я, наверное, схожу в магазинчик. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. Мне как раз хватает, ребята, на эти серпы. Слушай, давай возьмем, а? Тут еще, видишь, кровотечение можно повесить. Я куплю. Я куплю и прокачаю. Вот интересно будет. Ух ты, сюрики тоже имеют. Точнее, ну тут звездочки, лезвие звезд. Шлем, по-моему, с отхилом, да? Да, восстановление. Угу. Кираса. Позолоченная броня Центуриона. Ну что, давай, наверное, мы с тобой попробуем. Подожди, а как мне вернуться к ней? Вот она. В бой, друзья мои, безумно. У нее катана. Я катану хочу забрать. Катана — это хорошо, наверное. Значит, это жена мясника, да? Посмотрим.
О! Слушай, неплохо. Так, смотрим. Хорош, девочка. Ага. Не все так просто, оказывается. Да нет, 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 нет. Ох, ядрить. Если он разойдется этими серпами, это, конечно, жесть. Ребят, катана, катана, мне нужна катана. Я хочу эту катану. Подожди, а почему у меня за рой-то не восстановилось все? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, Розочка, ты уж прости меня, но так быстро получилось, что я у тебя выиграл катану. Спасибо тебе большое. Спасибо тебе большое, ты мне прям по душе стала. Убей эту жирную свинью, сделай это моим мечом, чтобы он понял, каково мне было выполнить все его приказания. Передай ему от меня привет. Тут главное, я не позволю дотронуться до этого святого идола. То посмотри-ка, теперь как заверещала катана. Друзья мои, она немножко, конечно, слабее будет, чем мои серпы, боль и паника, так их величать. Но... ну, я даже не знаю. Я даже не знаю, ребят. Ух ты, ух ты. Часовая бомбочка. Вот с этим оружием я бы с удовольствием подрался бы с тигром. Ну, с тигром, с рысью. Но пока меня устраивают вполне вот эти вот серпы. Мне нравятся. Они очень шустрые, друзья мои, не верите? Ну, я думаю, вы увидели, да, как они бомбят. И теперь у нас, опа, телохранитель. Кстати, надо на него сходить. Уровень сложно, 24 тысячи. И это у нас рыжий. Ты видел быка, этого никчемного идиота? Мясник вырезал всю его семью. Я знал, что не стоило оставлять сопляка в живых. Ну, ты будешь рыжий следующим. Надеюсь. Блин, опять с дубинками. Че ж вы так любите эти дубинки? Ты не рыжий, ты красный. Нет, ты хромой, ты горбатый, но никак не рыжий. Так, ребят, ладно, шутки в сторону. Чувак тут, видно... посмотрим. О, промахнулся парень. Да что ж такое у тебя... Я просто нажимаю, ребят, вперед, и он уже начинает впиливать вот эту вот комбу. Давай проверим. А? Ой! И? Ну все, 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 успокойся, рыжий. Ты смотри, что творит, а? Так, давай посмотрим, что у нас за нижний удар. Вот так вот, да? А верхний? Я сказал верхний, блин. Вот я, блин, об этом говорю, ребята. Вот хочешь глянуть? Ты можешь хватит уже? Допек мне. О, обрадовался, говорю, кровотечение. Он, видишь, из-под тишка просто выпустил свою магию. Ладно, хлопец. Я с тобой буду разговаривать по-другому. У меня, кстати, тоже скоро... Ну как можно выжить против вот такой вот серии ударов? Ну, ребят, ну я не знаю. Он прописывает причем мне, да? Ну вставай давай. Блин, да как же... Да я не могу его перебить и все здесь. Давай, попадись. Не хочет приседать, хоть ты тут тресни, а. Ой, прям в чайник. Ну... не пойму, то срабатывает комбо, то не срабатывает. Ну, я его подрезал. 1-1. Ребят, тут надо настраивать вот именно само управление. Именно движение вперед, назад. Оу! А если я? Ну, ты видел, да, сколько я ему нанес урона. Это вообще ни о чем. Давай, бомби! Сейчас пропишет мне, ребят. Он сейчас мне пропишет. Слушай, его здесь спасло только одно. Только лишь одно его спасло. Это вонючий его удар магии. Он меня просто застал врасплох, я не ожидал. Ну, я отомщу этому рыжему. Месть моя будет жестокая. Ребят, я не буду ничего вырезать. Вот эти вот проигрышные битвы. Вот это все. Ну, если вы, конечно, напишите в комментариях, что бы вырезал, оставлял чисто победные, я так и сделаю. Ну, лучше пускай так будет, по справедливости. Да я и у него сюрик брошу. Не надо. Такая комба. Оу. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот сейчас вот. Вот стоит зажать только противничка. И все, ребята, он сразу слезки пускает. Но это очень сложно. Да блин, мышка еще мешается тут. Под руку лезет мне. Так, тихо, тихо, не надо. Давай делать перекаты. Попробуем. Опс. Напоролся, ребята. Сам виноват. Подрезал, да? Ай-яй-яй.
Сейчас будет магию, мне кажется, он сейчас будет влеплять или не будет. Будет. Нет, сюрики он запустил. Ну что ты делаешь, а? Да накрыть его надо было медным. Во, подрезал маленько. Есть. Аж прям бедный потерял свои палки эти, копалки. Ху. Прорезал я его, друзья мои. Ну что, будет плакать или нет? Мы были молоды, веселились, нарушали правила. С тех пор все так изменилось, этот культ. В нем все слишком серьезно. Это мне не по нутру. Отшельник предупреждал нас о банде. Но все куда страшнее. Мясник затаскивает юнцов в свои сети, использует их и ломает им жизнь. Отвратительно. Как так можно? Дай мне меч, я сама хочу с ним расправиться. Мэй, ну ты-то куда лезешь, ё-моё, а? Ты видишь, мы уже практически дошли до мясника. Кстати, ты заметил, да? Когда сенсей с ним дрался, у мясника была такая шевелюра. А тут уже он повязочку напялил, все дела. Так, сложно. У нас, кстати, 30 штук. И я, наверное, думаю, прокачаем мы с тобой. Погоди-ка, может быть, нам кирасу эту купить? Центуриона. Да, наверное, мы лучше возьмем с тобой эту кирасу. А что у нас? А, шлем с отхилом. Шлем с отхилом. Кстати, ты заметил, чтобы вот эта вот фигня у меня появлялась? Я не видел вообще ни разу, чтобы она срабатывала. Так, смотри-ка, нормально. Испытание. Давай, наверное, с тобой. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Достигни стиля агрессив. Давай попробуем, ребят. Ну, не получится, значит, не получится. Но стиль агрессив — это очень тяжело. Брутал вначале нужно заработать, а потом этот, и... Не знаю, получится ли у меня. Один поединок всего лишь здесь. Начинается, да? Ой-ой-ой. Ну, пробить ты его... Ай-яй-яй. Я его прошинковал, но, я так понимаю, победы здесь не будет, да, моей? То есть я как бы выиграл, но без брутала. То есть мне надо будет с ним еще раз драться. Хотя нет, ребята. Прошел. Так, погнали сюда. А, утес опять. Опять утесик. Ладно, утесика тоже мы попробуем с тобой зашатать, ушатать. Навалять ему, как говорится. Но он с крисами. Ой. Не надо. Хорош. Да иди ты. Блин, бросок даже сделал. О, утесик. А не слишком ли ты возомнил кто-то себе, а? Не слишком ли? Ребят, ну... Ну что ж ты будешь делать? Давай, давай, удар там ему. Так, хорошо, сделаем таким проще. Отдыхало солнце золотое на горе утеса, да, там какого-то хромого. Поехали. Поехали, называется. И самое противное, что когда он делает вот эту вот связку комбо, ее невозможно, ребят, остановить. Просто ее шпарит уже на автомате. Вот как вот, как вот он делает вертушку свою вот эту вот. Так же у нас здесь происходит. Поехали. Ах ты жук. Да что ты? Ну. Я в шоке просто, блин. Подловил, да? Ну зачем ты это делаешь? Ну зачем ты, Рэй, это делаешь? Ты неугомон. Ты будешь просто бомбить. Можешь просто вот ударять. Ну хотя бы... Что он сейчас будет делать? Ага, сюрики. Поехали. Он сейчас опять сюрики... Нет, не стал бросать. Сейчас запинает меня просто ногами, да? Нет, парень, не в этот раз. Фух. Накостылял я ему. Друзья мои, накостылял. Ну что, давай попробуем с тобой сходить на отшельничка, забрать у него вот эти вот сабли. Очень, конечно, я сомневаюсь, что у меня в этом плане все получится, но так хочется мне получить все оружие, которое здесь есть. Так, он любитель у нас потыкать, да? Нет. Да куда ты, что ты делаешь-то, блин? Оу-оу-оу. Тут главное, блин. Вот он, смотри, он любитель нижних вот этих ударов. Говна кусок. Поехали. Да надо было просто удар сделать.
Слушай, мне сейчас повезло. Ага. Крутишься, говоришь, да? Блин, по ногам звезданул мне. Нет, 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 нет. А давай так зарядим ему, отлично. Ой. Да что ж ты делаешь-то, а? Ну, Рэй, ну. Так, а теперь попробуем. Ну, какой-то плешивый удар не смог сделать. Какой-то плешивый удар не смог сделать. Это только первая стадия, опять же, повторю. Начинает вот эту камбу свою клепать. Погнали. Это было зря. Во-во-во, вот об этом я тебе говорил, видишь, нашинковывает. Он, кстати, тоже может применить заклинание. Ну, да попасть бы по нему-то просто хотя бы. Вообще не могу, понимаешь? Слишком перебор большой идет. Попал? Попал. Погнали. Угу. Пробуем. Отлично, саданул. Отлично, саданул еще и погнали. Ну как так-то? Давай. Есть, прорубил. Первая стадия прошла, сейчас начнет тут куролесить. Куролесить, я в плане того, что будет сейчас применять свою магию. Наверняка попробуем сейчас. А у меня не получилось, ребята. Не... Я хотел сделать. Ну, ну. Началось, да? Я понял, сейчас бомбить будет. Все, ушатал. Твою же налево, а. Серпы хорошо, я не спорю, ребят, но... Ты серьезно сейчас, блин? Ну что тут скажешь, блин, а? Да ничего тут не скажешь. Проиграла я, вот что. Они меня просто, я не знаю, видел ты выражение моего лица сейчас, а? Я просто вот кулак сжимаешь, хрустят все кости. В общем, друзья мои, давайте отдохнем, иначе у меня просто крышняк поедет. Увидимся с вами в следующей серии, а я пошел снимать оригинальную историю Shadow Fight 2, где мы будем играть тенью. Так что всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.